Всем огромный привет, мои хорошие. Открываю, начинаю новый влог. Вот, я более-менее зафиксировала свой телефон, поэтому могу сидеть и пить кофе с молоком, разговаривать с вами. Итак, сегодня у нас уже четверг, на улице прохладный ветер, мороз небольшой, но за счет ветра такое ощущение, что минус 15 точно есть. Какие у нас планы? У нас там шкаф, если вам видно, вот сбоку. И вот верхние полки, которые закрыты, и нижние, они все забиты книгами. Там мои книги, книги моей матери. Ну, в основном у нее, конечно, всякие романы и классическая литература. И мне нужно все это перебрать, чтобы освободить место нам. А пока мы здесь под одежду, ну, просто у бабушки один только шкаф, поэтому с местом, конечно, проблематично. Поэтому мы сейчас тут все перебираем, книг много. Я думаю, что этот процесс затянется, наверное, на неделю, это точно. Калюшка у меня покушал, я ему маночку с утра варила. Сейчас лежит, балдеет, смотрит мультики. Вот, по поводу планшета, он у меня в основном смотрит планшет. Хочу сказать, что у нас ограниченное количество времени. Сейчас я ему поставила норму 3 часа в день. В принципе, это немного, потому что он не то чтобы сел и смотрит 3 часа. Например, с утра мы проснулись, там минут 20 посмотрели, потом еще минут 30, то есть в течение дня. Это с учетом того, что мы не смотрим практически телевизор вообще. То есть у нас телевизор, это вот исключительно бабушка. Вот, мы с Калюшкой, я ноутбук смотрю, а он у меня планшет. Далее, сейчас бабушка по делам пошла, придет. Я поеду на почту по делам, Коленька будет с бабушкой. И мне моя подписчица, прости, пожалуйста, я не знаю, как тебя зовут, потому что по нику там непонятно, напомнила о том, что существует во многих городах такой магазин, как «Заодно». Я думала, что в Смоленске его нету. Но я залезла, посмотрела в интернет, да, он существует в Смоленске. И если я сильно не замерзну, то я, пожалуй, доеду до этого магазина и посмотрю, потому что там три фиксированных цены, это 47 рублей, 109 и 70, 79 или 74, точно не помню, врать не буду. В общем, если что, я тогда отдельное видео сниму с покупочками. Ну вот, пойду я, в общем, собираться, еще немножко надо поднакраситься и побегу. В общем, получается, у меня снимать влог сразу за несколько дней, потому что нет у меня времени в один день сесть и, в общем, все снять. Сегодня уже суббота, у нас уборка на повестке дня, как всегда, надо сходить в магазин, докупить кое-какие продукты. Завтра у меня день рождения, воскресенье, 20 ноября. Вот, и что еще? А, вот забыла вам сказать, ходила я в магазин «Заодно», нашла я его у нас в Смоленске. Там три цены: 47, 79 и 109 рублей. Ну, вы знаете, я осталась в нормальном, в хорошем впечатлении. А потом сниму видео, на следующей неделе выложу. Кому интересно, посмотрите. Потому что за 109 рублей я купила очень-очень классную вещь, от которой, ну, я просто в восторге. И хочется мне немного поговорить про уходящий год. Мне завтра исполняется 29 лет, кто не знает. Вы знаете, я совершенно не чувствую этого возраста, мне в следующем году уже 30, а у меня такое ощущение, что мне, ну, года 22-23, не в плане какого-то, знаете, умственного, да, развития, просто вот у меня молодость в душе, я по-прежнему, я могу идти по улице, там, побежать или попрыгать вместе с ребенком. То есть я считаю, что это вполне нормально, вполне в порядке вещей, я люблю дурачиться, как маленькая девчонка. Я люблю конфеты, я радуюсь конфетам. Ну а что здесь такого? Вот, но в этом году мне не хочется праздновать свой день рождения, и поэтому я решила, что в этом году на 29 лет мы посидим втроем, я, бабушка и Коля. Конечно, я приготовлю что-нибудь вкусненького, салатики, тортик испеку, но не хочу вообще абсолютно никого звать, приглашать, потому что, объясню почему. Этот год, на удивление, выдался очень богатым на плохие события, на беды. Вот именно на беды, потому что многое пришлось пережить нам в этом году. Через многое мы прошли, и через болезни, и через какие-то душевные скорби. В общем, много всего получилось, поэтому у меня нет желания праздновать этот день рождения, но все-таки мы будем готовиться к Новому году, потому что Новый год – это мой любимый праздник. Так что такие дела. И все никак вам не могу показать вот такую силиконовую формочку из фикс-прайса. В прошлый раз я забыла. И, в общем, все забываю и забываю. Итак, стоит она 47 рублей. Вот такая вот формочка.
Как раз к Новому году, кто любит кексики различные, я очень вам советую ее, потому что вообще отлично просто все в ней готовится, ничего не прилипает, ее смазывать не нужно, сколько вот мы уже 2 раза пекли кексики, все отлично. И вот эти вот рисуночки очень забавные получаются, поэтому классная формочка. Итак, буду заканчивать влог. Хотела выложить в воскресенье его, но все-таки выложу в субботу. Вот, и хочу вам рассказать меню, вот, что я буду завтра готовить. Ну, может быть, кому-нибудь интересно. Поскольку у нас будет всего трое, я не буду много делать. В общем-то, самый минимум, скажем так. Первое, это я приготовлю маринованную скумбрию. Она у меня есть на канале. Купила 2 штучки, но, наверное, 2 для нас будет многовато, поэтому 1. Далее салатик мимоза, тоже по моему рецепту, есть у меня на канале. Салат из окорочков, если будет время, я вам засниму видео. Далее печенье наполеоновские палочки, тоже попробую заснять. Тортик хочу приготовить с заварным кремом, ну, самый такой, самый простенький. Что еще собиралась делать? Так, холодец. Ну, холодец будет варить бабушка. Если честно, я с холодцами не очень дружу, хотя я их и люблю. Но как-то вот у меня редко получается их делать, я постоянно про них забываю. Я больше люблю заливное с рыбой. Да, вот на горячее я, наверное, приготовлю картофель по-французски. Хотела запечь курочку по своему рецепту, но все-таки, наверное, картофель по-французски. Ну, вот такой вот минимум. Ну, может быть, еще что-нибудь придумаю. Ну, вот пока я на этом остановилась. Ну, вот и все. Будем заканчивать наш влог. Сегодня в субботу я выложу его. Всем всего самого-самого хорошего. Предпраздничного вам хорошего настроения, хороших покупок, потому что сейчас очень много везде народу. Все закупаются перед Новым годом. Хорошей вам погоды новогодней. В общем, и пока. До новых влогов, до новых встреч.